музыкальная книга «Привет, я бегемотик». Это необычная книга, вот с такой симпатичной мягкой игрушкой. А с обратной стороны отверстие для руки. Легко влазит рука даже взрослого человека. С помощью этого отверстия наша мягкая игрушка оживает. Смотрим. Привет, я бегемотик. А ты кто? На страницах книги бегемотик встречается с разными животными, которые рассказывают ему о себе. А он будет внимательно слушать. Я зебра. Посмотри, какие у меня черно-белые полоски. Такого костюмчика больше ни у кого нет. Я жираф. Самый высокий зверь. Длинная шея помогает мне дотягиваться до вкусных листочков. Чтобы включить звук, нужно нажать на кнопку. Чтобы выключить, нужно нажать на кнопку повторно. Я